Добрый день, дорогие друзья. Приехали собачек кормить. Как всегда, поздно вечером. Третья нету девочки. Не знаю, не пришла, не знаю, куда делась. Вчера была. Петрович сидит на страже порядка. Воды я им сейчас налью. У них тут ведро спрятано. Нужно его найти. Просто ветер и все улетает. Ведро я сейчас найду. Покормлю детей. Ну, дети выросли. Со щенком рассыпали все, как всегда. Дети все рассыпали. Так, видимо, вкуснее. Ой, так хочется быстрее найти дом в аренду и забрать вот их, потому что я не потяну, честно, я думала к Насте, но я не потяну материально передержку по 15 тысяч, ну, она сказала, может, она по 10, я по 10 не потяну в месяц. Да я даже по 7 не потяну, я вам честно говорю. Мне нужно искать дом в аренду, чтобы туда их забрать, ну, где же его найти? Либо ценник очень дорогой, либо залог большой требует. Но залог попросили 100 тысяч, у меня нет 100 тысяч. Либо вообще до свидания. Животным нельзя. Хотя я говорю о том, что они будут на улице жить. Но они, лай, грязь, ну вы понимаете, да? То есть, хоть я очень чистоплотный человек, у меня не будет ни грязи, ни лая. Ну лай, конечно, все равно будет. Чуть-чуть да будет. А все-таки пока их приучишь не лаять, они же с улицы. Рэк, кстати, тоже лает. Петрович. Он идет за мной сразу. Туда я собака. Иди ко мне. Ты моя девочка. Мне надо своим хвостом. Пусси-пусь. Ну, такие хорошие. Ну, гладь меня, гладь. Гладь меня. Знаете, с какой я душой каждый раз уезжаю? И каждый раз еду, думаю, господи, хоть бы все целы были. Вот сегодня одно... Что ты мне там все ноги облизал? Девочки нет, я переживаю.